Добрый день, уважаемые слушатели, участники вебинара. Меня зовут Матюшкин Игорь Валерьевич. Я представляю кафедру ПКИМС Московского института электронной техники. ПКИМС расшифровывается как проектирование и конструирование интегральных схем. И буду вам рассказывать на тему математика мемористоров. Ну, эта тема я одной из этих, это одна из тем, которых я занимаюсь. Вот. Она тема интересна тем, что здесь в одно целое сводится и достаточно сложная физическая ситуация, и некоторые тоже довольно интересные математические вещи, и тема имеет непосредственно прикладное значение. Значит, с самого начала своего, вот своей современной истории, мемористоры стали рассматриваться как перспективный элемент для построения нейроморфных систем, построения систем искусственного интеллекта. Вот, то есть вроде бы и большой вот, практический интерес к этому есть. Вот, я начну вот с такой вот, значит, кадрик я переключил, значит, с общих вещей. Как вообще проектируются изделия, да? Вот полезные изделия и техники здесь вот представлены как такой вот морской кит, который плывет. И что, если бы вы проектировали искусственного кита, то что бы вы требовали от него? Ну, наверное, скажем, обтекаемость формы, да? Чтобы он без проблем пересекал водную толщу воды. Вот. Но чтобы это знать, нужно представлять себе, какие физические процессы при этом происходят. Ну, вот в частности с китами можно, например, сослаться на закон Бернулли, который в школе изучается. Вот, может быть, еще не забыли. Вот, ну, там связывает давление со скоростью, да, и с плотностью воды. Вот, ну, вот он у нас показан такими вот выныривающим таким кашалотом, что ли, да, вот. То есть понятно, что надо использовать известные законы природы в полезных человеку целях, вот. Но использовать техническая система, она всегда налагает дополнительные требования, вот, по точности, по, как сказать, ну, грубо говоря, можно другой пример привести. Вот, стекло вроде бы, да, есть у него свойство, например, фокусировки лучей. Но техническое изделие – это лупа. А чтобы сделать лупу, там не только нужно вогнутое каким-то образом стекло иметь, но и окаймление, скажем так, за что эту лупу держать. Так что здесь, значит, вот есть тоже такие много нюансов. Ну и самое главное вот еще что. Когда у нас сложное явление, возникает потребность описания этих явлений в виде математических моделей. Они у вас представлены на картинке, как такие дельфинчики. Веселые такие дельфинчики, которые ныряют туда-сюда. Их много, потому что математические модели бывают разного класса. А одно и то же явление можно описать разными способами. Вот. Но помимо самой модели, здесь еще возникает вычислительный аспект, потому что где вы эти модели будете реализовывать, сами формулы кушать нельзя, скажем так, да? Но в технике важен технический расчет. Поэтому тут вот у нас на слайде указана вот такая вычислительная вещь, точность против быстроты расчета. Это тоже такая вот классическая дилемма. Либо вы хотите очень точный расчет каких-то параметров, да, но тогда у вас будет, вы затратите много времени. Вот. Но другая ситуация, когда вам нужен быстрый расчет, может быть, не очень точный,
Но зато вы получите результат сразу. Ну и, наконец, все-таки, когда мы математическую модель пишем, у нас используется какой-то математический аппарат, ну, например, система уравнений, алгебраических, например. Ну, вот в школе, например, система линейных уравнений решают. Вот. В более сложных случаях речь идет о системах дифференциальных уравнений. Но эти уравнения тоже где-то, способ их решения, это уже, в общем-то, математика. Теория, да, а мы знаем, что математика – это царица всех наук. Вот и показана такая вот мерцающая коронка. Вот все-таки иногда можно полезное что-то и для самой математики получить, исходя из наших уже вот таких вот инженерных физических расчетов. Это я так в виде введения такого. Ну, теперь введение номер два. Ближе к мемристерам. Значит, электрическая цепь. И где тут мемристер? Значит, ну, заголовок здесь, значит, нелинейный элемент цепи. Сразу говорю, что если вы будете читать какие-то публикации научные касательно мемристеров, то слово нелинейность, оно будет вообще вот в каждой публикации. Да? Вот что такое линейность? Сначала давайте подумаем про линейность. Что такое линейность? Ну вот вольтамперная характеристика резистора. По горизонтальной оси напряжение, по вертикальный ток, прямые линии. Да? Закон Ома, надеюсь, наше все в электротехнике вам известен, он и написан вам. Вот. Вот такие линии прямые. Разное сопротивление, ну, разный наклон линии получите. Вот. Это резистор, это линейный элемент цепи. Ну, наряду с ним есть еще конденсаторы и катушки индуктивности. Ну, мне кажется, в школе тоже это проходит, в старших классах, да, там, когда закон электромагнетизма рассматривают. Вот. Но эти элементы, как конденсатор и индуктивность, они в каком-то смысле тоже линейные, потому что если переменный ток какой-то частоты, то значит, их эффект тоже такой, в принципе, линейный, называется импеданс, там комплексное сопротивление вводится. Вот. Но есть еще один элемент цепи, довольно все-таки стандартный. Ну, сейчас стандартным считается диод. Вот диод – нелинейный элемент цепи. Вот его символ его схемный показан здесь вот на слайде. Вот. И самое-то главное – вольтамперная характеристика. Вот увидите, что здесь у нас зависимость тока от напряжения, она никакая не линейная, а, ну, так скажем, экспоненциальная. Вот подчиняется такому уравнению, которое вот там написано. Там присутствует экспонента. Ну, обратная ветвь диода – это тоже тонкость такая, специфическая такая здесь есть. Но обычно работают напрямую, ну, потому что обратная ветвь там в одном направлении, значит, как принято, что считается диод? Диод – это прибор функции, значит, элемент цепи, который выполняет одну функцию. Он проводит при положительном напряжении и не проводит при отрицательном. В одну сторону проводит, в другую нет. Собственно говоря, вот поэтому на схемке вот он так и изображен с черточкой. Ну и, наконец, у нас есть мемристор, который тоже нелинейный элемент цепи. Схемное обозначение показано тоже на картинке. Его уравнение более хитрое. Вот. Значит, можно так сказать, это резистор с памятью. То есть его сопротивление меняется в зависимости от каких-то условий. Вот если бы был бы у нас транзистор, тоже такое название похожее, да, транзисторы, наверное, тоже слышали, то это резистор, сопротивление которого меняется за счет подачи внешнего напряжения, дополнительного. Есть один, дополнительный третий контакт, который вот позволяет управлять состоянием транзистора.
В мемристоре управление происходит, ну, скажем так, более хитрым способом через интеграл от тока, через протекший через него заряд. Ну и вот эти сопротивления мембристора, которые на самом деле вещь дискретная, сопротивление меняется скачками, оно зависит от, от протекания тока, но именно вот так вот дискретно. Вот. Вот, собственно говоря, что такое в инженерном понимании мембристор? Резистор с памятью. Memory, да, по-английски. Вот. Ну, немножечко про историю. Вот тоже интересная вещь, как в науке может быть. Разные ученые понимали под этим разные. И тут я, конечно, написал подлог в науке, но это ироническое, так скажем. Подлога не было. Но, тем не менее, что-то напоминающее жульничество было. Значит, первая картина – это профессор Леон Чуа, 1971 год. Чуа занимался тоже цепями электрическими, тоже искал в них нелинейности, но он был чуть физиком теоретиком. И ему нравились очень какие-то такие симметрические конструкции. И вот он посмотрел на наши классические элементы цепи, еще раз говорю, резистор, конденсатор, катушка индуктивности. Они все показаны вот здесь, вот, да, вот розовенькая часть вот картинки, это вот резистор, знак конденсатора показан в верхней желтой части. Индуктивность зеленая, вот, индуктивность у нас это синенькая, да, будет внизу, вот. И, наконец, знак мембристора. Вот, первые три величины им рассматривались как коэффициенты пропорциональности между, ну вот, у конденсатора, например, между напряжением и зарядом, да, вот эта емкость. Ну и так далее. И вот ему показалось, что не хватает чего-то. И вот есть такой элемент мембристор, который, вот если посмотреть на формулу, это значит заряд и магнитный поток, F буковка. Вот между зарядом и магнитным потоком. Вот. Ну и, как говорится, вот пусть изобретают такой нам мембристор, да? Что была такая связь. И в 2008 году исследователи из фирмы Hewlett-Packard использовали, ну, скажем, заново посмотрели на известные вещи и увидели мембристор там. А что было известно? Было известно, что есть эффект обратимого переключения сопротивление в тонких слоях оксида. Вот. Эти опыты были в 60-х, а то и даже в 50-х годах известны. Но они смотрели как, ну да, интересный какой-то лабораторный феномен, там что-то такое. О том, как это использовать, не думали тогда. Ну, можно объяснить в 50-е годы, почему так. Потому что и слои были довольно такие, в то время толстые слои применялись, да, в микроэлектронике. Вот. А лабораторные эффекты были на тонких слоях. И надо было эти свойства, чтобы они были от опыта к опыту, не слишком менялись, да, то есть свойства воспроизводимости было. Значит, вот. И тогда на это ученые не обратили внимания. Хотя физический эффект был уже тогда известен. Вот Чу, он подошел вот как-то с другой стороны, да, но тоже не до конца. Вот. И вот понадобилось усилие лабораторной группы Струкова. Вот. Но тут еще такая вещь. То, что обнаружил Струков, а это вот посмотрите, то, что они обнаружили, это вот такая на самом деле МДМ структура, металл, диэлектрик, металл, да.
Вот она вот у вас на картиночке тут приведена. Платиновые электроды и оксид титана в качестве диэлектрика. Но там еще была особенность, что есть, была там еще область нестихиметрического. То есть титан О2 это стихиметрический, а титан ОХ, где Х от 0 до 2, это нестихиметрический оксид. Значит, и вот такая структура позволяла запоминать протекший через нее ток, меняя уровни сопротивления. В простейшем случае их два. Низкое сопротивление и высокое. Вот. Так вот, если вы посмотрите вот на эту картинку, да, вот эта МДМ-структура, вы себя спросите, а где же тут магнитный поток-то? Нету. Простой ток. Сопротивление, да, зависит от протекшего тока, заряда точнее, да. Но никаких магнитных эффектов тут нету. Ну, Леона Чу спросили, а что же изобрели Струков? Потому что Струков написал, мы изобрели мембристор, который предсказал в 1971 году Чу. А Чу сказал, да, молодцы, они действительно все правильно. Вот я это предсказал, они делали большие молодцы. Вот, но потом, конечно, их как бы, ну, еще раз говорю, это не подлог, это не жульничество, но что-то очень напоминает. Потому что Чу предсказывал что-то, какое-то магнитное явление, да? А здесь у нас, ну, как бы электростатика типичная, да? Вот, вот такая вещь. Поэтому есть такая двойственность. Но в большинстве случаев мембристор определяется, еще раз я верну предыдущий слайд, читайте определение. Вот, и, наверное, лучше его помнить, а не то, что он недостающий элемент. Но я должен сказать, что примерно в году 2018 или 2019 все-таки нашлись умельцы, которые вот элемент этот четвертый нашли действительно по-настоящему, где были магнитные явления. Но наша, вот, как бы сказать, мы ближе к инженерным определениям, с более простым структурам. Так, ну давайте тут вот еще физические эффекты, которые. Значит, мембристор, как это работает? Как это так? Вот ток протекает через резистор, да? Вот обычный резистор, ну что может быть с ним при протекании тока? Он только нагреется, в лучшем случае, да? Ну, и в общем-то и все. Вот. Но у мембристора работает иначе. Вот я здесь хочу привести, чтобы лучше понимали аналогию. Значит, как идея мягкого пробоя. Когда жесткий пробой, нам известно явление. Удар молнии в дерево. Вот. То есть заряд проскочил между двумя проводящими средами, землей и облаками, через атмосферный воздух. И вот так вот это. Ну, когда молния бьет, это, ну, такое громкое явление, да, фатальное в чем-то смысле, да, то есть тут разрушение, тут убийца может. Вот. Значит, другой вариант – электрический пробой, который более мирный, ну, вот показан тут здесь на картинке, на средненькой. У нас попало в СО2, да, диэлектрик, это стекло, считайте, да, стекло попало, ну, в технологии микроэлектроники часто бывают такие вещи, кремний органической жидкости, ну, что там резистор наносит фотолитографию, вот попало оно вот случайно, когда наносилось это стекло, там при большой температуре попала кремний органическая жидкость, там какой-то резист неудаленный, вот, и вот она вот такая вот маленькая капелька внутри есть. А дальше, смотрите, между нижней и верхней торцами пластины, значит, начинают увеличивать напряжение. И посмотрите, что происходит с капелькой. Капелька у вас начинает растекаться. Вот. Иногда даже, видите, она делится на две капельки. Ну и в конце, вот тут справа, это как бы эволюция во времени, да, вот показано слева направо на этой картинке. Это эволюция
капельки при увеличении напряжения со временем. Значит, на последних двух здесь вот фрагментах, да, здесь показано, как формируется канал пробоя. Значит, ну, технически мы регистрируем пробой как возрастание тока, значит, который течет, да, амперметр можно подсоединить. Вот, физические стороны – это формирование такого сплошного канала, ну, из этой вот капельки условной, да, он может даже там, видите, расшириться, то есть там тоже разрушение какого-то материала происходит. Значит, вот, вот такая вещь. И вообще, надо сказать, что пробои и виды пробоя – это у физики до сих пор, хотя явление это, в общем-то, и в технике известно с 50-х годов, да, 20 века, 70 лет, значит, прошло. Но все равно есть разные теории, как математически писать, как это проходит. Как вот эта вот условная капелька, вот эта вот, она эволюционирует. Вот, ну, в роли капельки может не только вот капелька, как я сказал, да, может быть просто какой-то дефект протяженной кристаллической структуры. Вот, и так далее. Ну, и еще вот тоже к филаменту. Видите, какая молния у нас такая разветвленная, да? Область канала, то так вот принят термин филамент у мемористеров. То есть в переводе с английского нить, нитевидное образование. Вот, но он тоже реально, если посмотреть, и есть даже, по-моему, фотография, вот такой электронный микроскоп, вот как в мемористерах такое есть, что кончик этой вот, кончик вот этого филамента, он тоже как дельта реки, он расстраивается, расчетверяется еще. Ну, напоминание это дельта реки Миссисипи про разветвленность канала, как он выглядит из космоса. Вот примерно так. То есть мягкий пробой. Вот теперь примерно, а давайте на атомном уровне посмотрим, что же там происходит в этой вот. Еще раз говорю, два верхних электрода. Между ними, ну, в большинстве случаев, потому что есть органические мембристеры, ну, у нас в микроэлектронике, наверное, все-таки это попроще. Ну, вот условный оксид титана. Ну, иногда гафний может быть, иногда тантал. Но общее примерно то, что это оксиды, причем не стихиометрические оксиды металлов. Вот как происходит, значит, здесь при подаче разного напряжения. И, собственно говоря, как природа, вот низкое сопротивление, высокое, да, понятно, что структура разная при одном сопротивлении, при другом. Вот. А чем разница вот этих вот вещей? Когда у вас низкое сопротивление, у вас образуется что-то, какая-то нитевидная структура. То есть, ну, так вот науки называются вакансии, так сказать, вот эти беленькие шарики, которые там, это на самом деле так называемые вакансии кислорода. То есть, ну, если по-простому, вакансия – это тоже интересная вещь. Это как бы то место, где атом кислорода должен быть, но его там реально нету. Вот он называется вакансия. Вот, вот это шлейф вакансии, да, вот и они, на картинке они это пузырьки такие, да, а вот на третьей картинке они уже, значит, это, значит, целые нити, да, вот такая вот. Вот. Если у нас мы напряжение подавали каким-то образом, меняли полярность, например, да, у нас может быть канал этот разрушен. И тогда у вас проводимость становится маленькой, сопротивление повышается, и мы переходим в область высокого сопротивления. Значит, ну, как правило, мы не имеем вот на картинке слева HRS, да, вы видите там, где написано. Как правило, мы не имеем вот
такой вот в точности вот лишенной вакансии структуры. Мы имеем структуру, скорее всего, вот на четвертой картинке, да, когда немножко этот филамент разрушен, наполовину условно. Вот. Но это тоже достаточно для такого вот высокого, высокоумного, значит, состояния. Вот. Если, ну, здесь еще такие картинки веселые довольно, да, как этот филамент растет, как он проявляется в графене, вот, что там при легировании еще дополнительно может быть. Вот, то есть какие-то атомистические вещи. Но вот кадры, которые в нижнем правом углу, да, вот, это показаны несколько филаментов на довольно большой площади материала. Ну, условно считается, что примерно на 1 микрон квадратный приходится один филамент. Хотя есть разные тоже тут модели. Тут тоже не все однозначно ясно. Вот, вот такие вот вещи. Вот такова, значит, здесь вот физическая основа. Второе явление, которое мы должны принять при рассмотрении мембристора, это явление гистеретиса. Оно часто имеет место для ферромагнетиков. Ну, как вот кусок железа магнитного, да, вы внесли в магнитное поле постоянное. Магнитное поле ориентировало, ну, вот эти пресловутые домены, да, посмотрите, картинка там слева, да, там разные стрелочки нарисованы, вот, доменами они такими, кластерами, да, значит, показываются. Она как-то ориентировала. Когда вы сняли внешнее магнитное поле, у вас напряженность осталась внутренняя. Значит, ну, если вы внешнее напряжение будете гонять туда-сюда, да, то вот полностью какой-то картинки такой однозначно не получится. Будет так называемая петля гистерезиса. В одном направлении у нас одно, в другом идем направление. То есть повышаем поле одно, понижаем другое, и вот у нас такая петелька. Это в магнитных веществах. В мембристорах что мы видим? А мы видим вот такое вот. Вот такие тоже самые петельки, рисунок справа, экспериментальные данные. Вот эта вольтамперная характеристика снимается. Сопротивление, значит, есть какие-то внутренние переменные, которые изменяются при подаче напряжения, при протекании тока. И вот за счет этих изменений внутренних переменных и возникает вот эта тоже петелька. Ну вот посмотрите, при небольшой частоте у нас она довольно выраженная. Если частота сигнала чуть меньше, то она чуть, вернее, чуть больше, да, вот 2 омега 0, там у нас пунктир такой синенький, да, то она резко уже сокращается, да, то есть похоже на линейную. Но тем не менее вот так. Значит, ну, посмотрите, какие, значит, здесь вот, да, край хаос, так называемый, да, то есть, вот если мы задаемся вопросом, это формально математики могут говорить, вот есть внутренние переменные, а физики должны сказать, а что этим переменным соответствует, а почему вот изменение их дает вот такой результат. Вот, и отсюда и требования к материалам, напомним, не стихиометрический оксид металла. Принципиально, что не стихиометрический. Если бы он был стихиометрическим, титану-2, то была бы что-то типа условно-кристаллической структуры или поликристаллической. Вот. Она довольно упорядочена, порядка было бы много. А если у нас есть дефицит атомов кислорода, то возникают варианты различные для, ну вот, в каком-то месте недостает, в каком-то, может быть, избыток кислорода даже, да, то есть какие-то возможности движения какая-то есть, вот, какая-то неоднозначность. Ну вот на языке высокой науки это называется метастабильное состояние. К чему оно приводит? Нестабильность. Вот
ферромагнетика, гистерез, да, туда-сюда гоняем напряжение. У нас тоже вот петля повторяется все время. А в мемористорах у нас повторяется петелька, но не совсем. В идеальном случае бы много циклов изменения напряжения, мы получали одну и ту же кривую. На практике этого нет. Посмотрите рисунок справа. Такая, это компьютерная кривая, но тем не менее она такая, выдает очень такой образ интересный с точки зрения художественной. Да? Вот. Но, может быть, сначала слева посмотрим, да, вот слева картинка. Это идеальная, по идеальной модели мемристора, что было бы, если бы мы вот так напряжение меняли. Синусоиду, видите, там синусоид написано, синусоиду бы, значит, мы бы это дело подали, и мы бы получили вот такую единственную, ну, как сказать, система гонялась бы по циклу. Вот. Но у нас физические материалы, они более хитрые, сложные, чем математические модели. Математические модели всегда проще. Вот. И здесь у нас эта петля гистерезиса начинает как-то вот с каждым циклом менять свои параметры. Ну, получается вот такая вот очень интересная даже вот зарисовочка. Высокохудожественная. То есть вот так вот. Почему так происходит? Ну, вот вам, например, пример с медной проволокой, да, или проводом вообще. Если вы его начинаете туда-сюда искривлять, разогнуть, согнуть, опять разогнуть, то рано или поздно опыт говорит, что у вас треснет. Разорвется. Вот так и здесь. То есть все-таки вот этот, мы говорили про мягкий пробой, да, мягкий пробой, хоть он и мягкий, но все равно безвредно он не проходит. Вот. Ну сколько вам изгибов проволоки нужно, чтобы согнуть? Ну, 10-20. Чтобы согнуть мемристор, да, чтобы его сделать нерабочим, вам понадобятся миллионы таких циклов. Вот. Но это вселяет оптимизм. Но все равно требования таковы. Каждый цикл – это запись-перезапись состояния. Поэтому вот, 100 тысяч нам мало, а вот 10 миллионов как раз пойдет. Поэтому тут даже борьба за вот такие вещи. Так, теперь нелинейная динамика. Вот математическая теперь составляющая. Если мы хотим понять... Вот эта картинка, да, вот сейчас я скажу еще раз вам, вот это символ нестабильности, да, имеется ли тут какая-то закономерность? Вот вопрос. Но с одной стороны вроде случайно, а с одной стороны и вроде может и есть действительно. Вот, и вот здесь наступает... Как мы говорили, математика – царица всех наук, да? Корона. И вот мы ходим с козыря и говорим, возможно, мы имеем дело с детерминированным хаосом. Детерминированным или динамическим. Ну, мне нравится первый вариант, потому что детерминированность – это такое, однозначность, а хаос – это, наоборот, неоднозначность. Это вот какое-то такое вот противоречие в словах, такое вот, ну, специально созданное, да? Значит, посмотрите внимательно на картинку, которая справа. У вас некий временной ряд, какая-то величина их сменяется со временем. Не правда ли? Вы не видите здесь никаких закономерностей. Ну, не разберетесь вы. Скажем, зная 1000 шагов, вы без конкретного счета не посмотрите, что будет на 10-тысячном шаге. Вот. Казалось бы, ну, вам какое-то хаотическое явление природы, да? А вот нет. Эта картинка имела внутренний простой закон. Он нарисован здесь. Значит, обычные итерационные рекуррентные соотношения, ну, как вот, скажем, арифметическая прогрессия в школе же проходится, да? Прибавляете все время там единичку к последнему члену, и вот у вас что-то растет.
Можно, например, не прибавлять единичку, а, например, на четных шагах убавлять двойку, а на нечетных шагах прибавлять тройку, например. Тоже может быть, да? Но если вам зарисовать то, что получается, да, вот при таком законе, вы быстренько сообразите принцип, да, там, за математическая головоломка, да. Здесь же, смотрите, значит, f от x функция. Есть дробная часть от некой дроби. Х – это предшествующее значение. Новое значение вычисляется по формуле АХ делить на Х плюс Б. Значит, А и Б какие-то числа, вот они примерно даны, 2 и 5. Вот. Начальное значение вам тоже должно быть дано, иначе как вы будете считать рекурсию, да? Х – 0. Вам известно, 0,9 показано, да? Х1 вы вычисляете х1, значит, вычисляете х2, значит, вычисляете х3 и так далее пошло. И вот видите, так вот ряд. Хаос, хаос. Нет закономерности, нет. А она есть, потому что у вас правило написано. Вот, но тут ради справедливости надо сказать, если вы начальное слое возьмете не 0,9, а 0,5, такой вот формула, то там будет гораздо все более предсказуемо, неинтересно. А вот при 0,9 будет именно так. Вот мемристор ведет себя так же. По такому, внешне это хаос нестабильности, а реально можно попытаться найти такой внутренний закон. Так, и вот мы, в принципе, видим, ну, тут, наверное, время наше уже под конец идет. Вот, ну, мы разработали модель, как она себя ведет. Значит, ну, давайте, значит, картинка сверху правая, это, значит, по горизонтальной оси номер цикла. А по вертикальной, ну, одна из внутренних переменных, как себя ведет. Ну, вначале, видите, они двухпериодические колебания, например, потом начинаются какие-то возмущения, но тоже такие двухпериодические. И в итоге на сколько там 200-й цикл, да, где-то, ну, 250-й. На 250-м цикл он переходит в трехпериодический режим. Значит, вот такая вот ситуация. Ну, и картинка справа. Такая очень интересная, да. Это тоже какая-то из переменных, да. Но как она зависит от некого параметра модели. Меняем параметр. Зафиксируем параметр модели на каком-то числе. Запускаем цикл итераций. Смотрим, что у нас с этим n будет в итоге. Ну вот начальный период, например, начальный участок. Вернее, не начальный участок, а ну, k в районе 0,01. Да? Вот. У нас в итоге этих всех циклов получается, что вот величина n это какое-то одно значение имело. Да? Но если k у нас будет больше, например, 0,025, то у нас, вообще говоря, величина n примет, наверное, примерно, по-моему, аж до 18 значений в процессе вот этого циклирования. Вот такие фракталы. Это фрактальная картинка, на самом деле. Если знаете такой фрактал, вот тут очень много вот можно увидеть фрактального такого. Вот где-то так. Ну, как бы здесь у нас уже и время. И сказочка моя тут закончена про мемристоры. Вот. Ну, может быть, есть какие-то вопросы. Ну, и нам мне говорят, что нет вопросов. Значит, я все рассказал хорошо, все понятно. Вот, и мы можем. Спросили, простите, а мемристор это что? Ну, человек, видно, немножечко проспал. Проспался все. Листа. Я даже вот отвечать, вот этот слайд. Вот определение инженерное мемристора. То есть, еще раз говорю, обычный резистор,
но обладающий памятью. То есть он запоминает, какой ток, какой заряд по нему прошел, и меняет свое состояние. Переключается из высокоумного в низкоумное и наоборот. Не, ну хорошо, кто-то просыпается. Вот на этом слайде у меня все было, да. Не, ну так бывает со студентами тоже. Да не тоже там за школьник. Расконцентрация внимания. Видимо, мои дельфинчики понравились, поэтому вот, потрясены были там и вот этими вот фрактальными картинками, что физическую суть все-таки, так сказать, это значит. Ушла, да, она. Так, ну, все, наверное, я с вами прощаюсь. Вот, надеюсь, лекция была, вебинар был интересный и полезный.